Волкин – очередное криптоприложение из серии Move to Earn. Объединяя здоровый образ жизни, игру и криптовалюту – это основной слоган игры Волкин. Цель Волкин не только в том, чтобы помочь людям больше двигаться, но и помочь более простым и интересным образом приобщить их к криптовалютам. Уникальность Волкин состоит в том, что помимо получения вознаграждения за шаги, как у конкурента, вы еще прокачиваете некого персонажа, которого называют Котлет. Это игра слов Cat и Атлет. Далее вам нужно прокачивать вашего персонажа для участия в боях, по результатам которых вы получаете криптовалюту Волкин. Для регистрации в Волкин скачайте приложение из Google Play или App Store. После установки вы можете зарегистрировать аккаунт по почте, использовать Google аккаунт или Apple аккаунт. После регистрации вы получаете своего уникального персонажа с уникальным именем и внешним видом. Суть игры заключается в том, чтобы прокачивать вашего котлета и участвовать в соревнованиях. Выигрывая соревнования, вы получаете монету VLKN, которая уже торгуется на многих биржах. Посмотреть курс монет VLKN и посмотреть биржи, на которых она торгуется, вы можете на сайте insidepc.tech. На момент съемки видео 1 VLKN равен 9 центам. Для прокачки персонажа, помимо токена VLKN, вам еще нужен внутренний токен приложения GEM. Это тот токен, который мы получаем за шаги. За 1000 шагов мы получаем один токен GEM. С помощью него мы накапливаем баллы для возможности перехода на новый уровень. В разделе «Кошельки» находятся три кошелька. Кошелек GEM, на который вы получаете токены GEM за шаги, на них вы прокачиваете персонажа. В кошельке VLKN находятся токены VLKN. Это токены вы получаете за победы в соревнованиях. Вы также их можете купить на бирже, вы можете продать что-то на маркетплейсе за эти токены или купить. А также за эти токены оплачиваете переход на новый уровень после прокачки котлета за GEM. Есть еще кошелек Solana, с него можно оплачивать транзакции, так как игра работает на блокчейне Solana, а также продавать и покупать вещи или персонажи на маркетплейсе. Для использования Solana вам нужно будет подключить любой кошелек Solana к игре. Купить Solana можно на бирже Binance, ссылка в описании к видео. Раздел Collectibles. В этом разделе находятся ваши коллекции котлетов, одежды и лутбоксов. Именно тут вы можете посмотреть характеристики своего персонажа, прокачать его, посмотреть его снаряжение, атрибуты и NFT статус. После 6 уровня вы можете превратить своего персонажа в NFT. Какие характеристики можно прокачать котлету? Скорость, сила, выносливость. Каждый котлет генерируется из уникальных наборов генов. Данные гены определяют его внешний вид, характеристики и редкость. У каждого котлета есть 6 генов: хвост, трейл, тело, body, уши, ears, окружающая среда, environment, цвет, color, морда, face. Существует 5 категорий редкости котлета, генов, NFT предметов: распространенный, common, необычный, uncommon, редкий, rarity, эпический, epic, легенда, legend. Редкость влияет на энергию котлета. Чем он реже, тем больше энергии. С каждым новым уровнем характеристики котлета растут на 10%. Раздел Competition. Тут представлены лиги, в которых вы можете участвовать в соревнованиях. У каждой лиги есть ограничения по уровню входа и размер вознаграждений. Чем выше лига, тем нужен больше уровень персонажа и тем выше вознаграждение. Для участия в соревнованиях нажимаем Complete in League и выбираем один из трех вариантов соревнований. На выбор есть спринт, раннинг, бег на короткую дистанцию. Для победы в этих соревнованиях важен скилл скорость, спид, урбан раннинг, городской бег по пересеченной местности. В этом виде соревнований важна сила, стрендж. Маратон рейс – это долгая дистанция на 42 километра. Для участия в этих соревнованиях важен скилл выносливости, стамина. Нажимаете на нужный тип соревнований, выбираете котлета, их может быть несколько, и участвуйте в соревнованиях. Если вы побеждаете, вы получаете VLKN токены за победу. Сумма зависит от лиги. Если нет, пробуйте еще раз, пока есть энергия. Энергия восстанавливается за 2 часа. Раздел Store – это Marketplace. Тут можно купить лутбоксы, это Mystery Box, в которых хранятся различные предметы, в том числе и персонажи. На самом Marketplace можно купить котлетов, шапки, футболки, шорты, кроссовки, артефакты. Это обычные предметы типа конфет, ракушек, наушников, перьев и так далее. Каждый из предметов и вещей повышает характеристики того котлета, на которого вы их оденете. Зайдя на каждый предмет в Marketplace, вы можете посмотреть, что именно он прокачивает, сколько он стоит и в какой монете его можно купить. Это может быть либо Solana, либо VLKN. Если вы хотите заработать, вам нужно будет покупать предметы и прокачивать вашего персонажа, так как делать это без вложений будет крайне сложно и очень долго. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока!